мальчики. Левее, я жилина. Движение, да? Он едет или стоит? А там тоже авария, поэтому они там полностью стоят. Ну, блин, по самому центру дороги. Тут и так... Подъезжай. Он едет. Видишь, он аварийку включил из-за этого. Вылази. Куда вылазить? Щелкнулись, и неплохо там щелкнулись. Ну, так они и стоят, я говорю, поперёк. Подъезжай, поехали. Ой, там их много, машин. Ёбаный в рот! Лена, привет, не перерывай, ёпта. О, бля, пиздец. Ебать, там урод наоборот, я ебал. Твою мать, ебал. Сейчас нажми? А, Юр, хорошо. О, процесс пошел. Нормально, нет.
ладно, я это как рукастый. Ушел от удара, я бы не успел тормозить его. Не успел. Прям руки выдернуть нахер этому уроду сейчас. А что, был-то у него? Нихера. Кто это был-то? А? Кто был-то там? Что он сделал? Урод на меня дернулся, метнулся. Какой только не помню. Мне кажется, он там на светофоре остался. Я так испугалась. Нет, я это как его. Я знал то, что я пролечу. Но в тисках и ночами к ней крадется, будто вол тоска. Мы на палубе одни, тускло светится фонарь. Мелодия в ночи. Ты до труды дойдешь? До труда. Ё-моё! Ни хрена себе! Ё-моё! Кого? Да нет, тут мотоциклист врезался при мне в этот... как его? Блядь. Так, ее не отпускаем, Ваня, ее ну не куда отпускаем. Вы идете-то, а? Блядь, дебил ебаный, сука! Thank you.
трясет. Ох, бля, еще того зацепил. Вот этот виноватый 190 колхозник летел. Ёб твою мать! Не останавливайся, Лёша! Нас не суд не заметит. Ничего страшного,
дебил. Че вот с экстрейлом всем? Надеюсь, у него стабилизация вообще выдержала. Фух, блин, идиот, вообще, вот мозг есть, не видно же ни хрена. Мозг есть у человека, обгонять. Экстрейл молодец, нормально вышел. Надо скорую вызвать, да?